2022 году в столице могут появиться электробусы и безналичная оплата за проезд. Все это есть в программе повышения транспортной доступности для Тирасполя и Бендер. Проект представили в правительстве, он рассчитан на 5 лет. По программе транспортной доступности по Тирасполю. Она формируется по трем главным направлениям, а именно восстановление, модернизация, реконструкция имеющейся инфраструктуры, электрической контактной сети и тяговых подстанций, а также приобретение электротранспорта 30 троллейбусов, 40 электробусов на сумму 118 миллионов рублей. Это основная сумма. Следует сказать, что в этом случае практически весь парк Тирасполя будет иметь обновленный вид. Для Бендер в планах новые автобусы. Цель программы, чтобы городской транспорт стал комфортнее для людей.